Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Hustle Castle. Ух ты, ребята, 35 уровень получает мой замок. Поздравляю нас всех. Казначей 20-ку получил. Сундучки. Давайте, ребята, посмотрим, что нам тут выпадет. Ну, как обычно, ресурсы. Это, ребята, кстати, ваши подарки. Я их забрал, вам отправил. Правда, это не вошло у меня в съемку, потому что забыл включить, как говорится, вовремя на запись. Так, броник выпал, да, обычный. Ну да ладно, не беда. Там тем более он обычный. Как видим, кормят нас одними ресурсами пока. Но это, в принципе, хорошо. Мне нужно что? Мне нужна сталь. Ребята, все упирается в сталь. И посох тоже мне дали обычный. И последний сундук. Ага, все отлично. Надо только лишь определиться. Так, забираем прогресс. Сколько мне не хватает? Так, где у нас там? Тренировочная бойцов. Да, ребята, вот это я буду делать. Но все упирается у нас в железо. Здесь очень мало его. Сами видите. 8000. А мне нужно 1500. То есть 300 тысяч еще надо. Тут вообще нету. Нету, к сожалению. Ёлки-палки. Засада, ребята, какая-то получается. А здесь... 11 тысяч. 11 тысяч. А у этого... О, 97. Вот это вот уже другой разговор. Ядрить тебя на корень. Такой же, как и я. И тем более он в игре. Ладно, тогда мы это дело пока пропустим. Давайте другие глянем. Так, Brain. 27 тысяч. А здесь? Здесь вообще нету. Да, не густо, ребята, как-то получается у нас. Неужели, блин? Так, 37, ну, в принципе, неплохо. Давайте, наверное, хотя бы его. 131 тысяча мощей. Давайте хотя бы его разберем, попробуем. 37 тысяч как бы тоже на дороге не валяются. Тем более у нас сейчас каждый слиток на счету. Да елки-палки, вы будете долго мне тут парить мозги-то. Падайте уже, давайте. Отлично. Готов. Ну что же, довольно неплохо. И денежек заработали, и железо. Так, он у меня немножко покоцанный. Давайте его туда, конечно же, подлечим. Так, ну что, еще 7000 я получил со своей шахты. Но этого мало. Этого очень мало. Давайте заберем прогресс. А нет, в принципе, нормально. 3000 еще с сундучка получил. Как знали, что мне нужна именно сталь. Так, ну все, по деньгам у меня полностью хватает. Там 4,5 миллиона надо было. Дерево под завязку у меня. Вот все дело только лишь, как говорится, в стали. Да, что же делать-то, а? Так, сколько? Еще раз надо глянуть. Так. Тронный зал вообще 4800. Так, возвращаемся. Тут пусто. Выросла капуста, елки-палки. Я даже сейчас орков не буду трогать. 27 тысяч. И тут нету ни шиша. Ну давайте тогда, наверное, до кучи. Подождите, глянем сейчас, где у нас там самый здоровый-то. У которого 97 тысяч стали. Ага, вот он. Ну-ка. Пустят в бой нас, нет? Ни шиша. Он еще в игре. Блин. Засада. А так бы мне, в принципе, его и хватило бы разбомбить и... Ну, там еще немножко добавить. Так. Ну что ж, давайте тогда так сделаем. Будем... С миру по нитке собирать. Хе-хе, нифига он дает. Все пятеро бойцов, что ли?
Ну, это как-то глуповато было, если честно. Ладно. Ну что же, 8000 еще железа мы с вами подняли. Да, это как капля в море, если честно. Ну что ж так долго грузишься? Так, у этих ребят вообще ничего нету. Давайте так попробуем. О! То, что надо, ребят. Да, кстати, надо будет на ус замотать, что их же можно менять у нас. У-у-у, тем более, да, их шестеро. Но, ё-моё. Так. Блин, все равно пойду в бой. Мне нужна сталь. Фиг с ним, если даже проиграю. Да ладно тебе, вы что, издеваетесь, что ли? А что они такие ватные-то здесь? Вроде фиолетовый там шмот, синие кольца. Пи! Ну, все равно спасибо за 207 тысяч железа. Это очень хороший куш. Я даже сейчас на деньги не смотрю, потому что деньги меня не интересуют. И еще осталось, ребят, буквально капельку подкопить. Как раз я, наверное, на того нападу. Попробую с него снять немножко железа. Я надеюсь, он не будет возражать. Поделится по-братски-то. Вот. И буду строить себе здание. Так, это отхилилось. Давай тоже возвращайся, роднуля моя. Так, ну тут вообще, конечно, крохи накопились за это время. Так, ну-ка. Да, 1500 нужно стали, ребята. 1500. Это буквально еще 40, даже 38 тысяч нам нужно где-то выбить. Ну-ка. Блин, сменил, называется, а. Вот засада, а здесь... О, 21 тысяча, неплохо. Ну что ж, давайте тогда, наверное, мы с вами сделаем разведочку, да? Так, а здесь 12 тысяч. Ну-ка, может быть, здесь, наверное, не получится у нас. Хотя, давайте-ка мы сделаем, посмотрим. Да, ребята, все. А, нет, подожди. Вот он, освободился. Ну... Чё-то как-то хреново у меня ребята-то воюют. Очень паршиво, я вам скажу. Слушай, я даже ХП у него не могу сбить, вы представляете? Что у него там за жесткий этот, как сказать, отхил-то идет. Чё-то я не могу понять, это что, читер, что ли, какой-то? Слушайте, это фигня полнейшая. Вообще просто разобрал, я даже никого не смог положить. Это какая-то фигня. Ни одного этого, ни мага. Странно, я хочу посмотреть на этого персонажа. Что он из себя представляет, где он тут у нас находится. Так, нет, это не этот. Блин, я уже забыл. Так, нет, не то. Макс, ага, Макс. Вот, ну-ка давайте-ка мы проверим, я что-то не врубился. Ну, маг. Ничего особенного. Ну, на 55. Редкое. Здесь тоже ничего особого такого я не вижу. Угу. Так, ну, костюмчик, конечно, неплохой. Но это, извините меня, маг. Это никак. Так, и у него эпический арбалет. Да, в принципе, это мало о чем говорит. У него, смотрите, в основном синее и зеленое шматье. На 58 уровень. Ну, эпическая броня, да, не спорю. Хотя, фиг его знает, эпическая броня. У меня синий шмот, но зато эпическое оружие. Я должен был хоть как-то его наклонить. А вы прекрасно видели, что у меня это не получилось. Хм, интересно. Причем у него там жесткий такой отхил был, что он практически жизни не терял. Ну, а у меня с отхилом-то действительно хреново, ребята, если честно. Потому что из хилеров у меня только один, остальные два боевых мага. Ну, в принципе, да, это логично, почему я проиграл. Хрен с ним, я еще разок потом попробую.
Нет, так нет. Просто из-за чего мне надо, это только лишь из-за стали. Так бы он мне в одно место не вперся. Просто единственное, там 97 тысяч, это как раз бы я бы полностью погасил, как говорится, себе потребность в стали. Ну что же, может быть, твою дивизию, вот это я поменяла. Ё-моё, 577, вообще даже тысячи нету. Ядрить. Так. Ну-ка. Может, еще разок попробовать, а? На худой конец, если я даже проиграю, сольем себе немножко рейтинга. Так, давайте вот еще сейчас посмотрим прекрасно, как это все будет выглядеть у нас. Ну вот, смотрите. Нет, все равно как-то очень-очень странно, если честно. Просто жесть какая-то. Ничего не пробивает. Вот-вот-вот-вот, упал. А-а-а, все, ребята, врубился я теперь. Я теперь понял. У него не было ресличиков, у него только хилы. И за счет этого он, они отхиливали ему воина. Ну, то бишь, три хила, да, грубо говоря, даже если там по 15, по 20 тысяч дает каждый от хила, то да, там тем более, помните, эпический магический посох был. Ну, в принципе, все ясно. Там, как говорится, без вариантов. Мои маги боевые просто не смогли его пробить. Так, ну что, мне нужно все равно где-то сталь, хоть на этого нападай, а. А, наверное, нам и придется, ребята. 21 тысяча. Слушайте, а в принципе, довольно неплохая, скажем так, прибавка будет по стали. Нам-то нужно 1500 всего. И не хватает нам 37 тысяч железа. А там 24. Да, мы сейчас с вами так и сделаем. Или даже 21 тысяча там. В общем, сейчас отхиливаются мои ребятушки. Мы идем на него, нападаем. Забираем железо. И я буду надеяться, что где-нибудь еще будет персонаж с 10 тысячами стали. Ну давай, давай, ты перебинтовывай там себе руку, да порезче, блин. Стоит там, мнется. Ну все, в принципе, они оба одновременно практически отхилились. Давайте их возвращать в свою бригаду. Так, где он у нас тут? Ага, вот он. Да, давайте, фиг с ним. 152 тысячи, даже заморачиваться не будем с магией. Блин, хотя надо было поставить, она же все-таки время отнимает за то, чтобы сделать. Ладно, сейчас этого разбомбим. Ну падайте уже, ну хватит сопротивляться. Мне уже нужно как можно скорее заказать себе постройку. Так, шикандос. Все нормуль, все под контролем у нас. Эх, не хватает 16 тысяч стали, ребята. Это вообще копейки. Давайте заберем с вами прогресс. Ну, на карту. Хотя давайте вскроем сундук. Вдруг там выпадет что-нибудь нам хорошее. Блин, я рассчитывал на сталь, но выпала броня. У них как это. Когда тебе нужно одно, они тебе дают другое совсем. Ладно, фиг с ним. Сейчас отхилимся. А вот с кого выбивать нам еще? Извините меня, 16 тысяч стали. Я даже ума не приложу. Так, ну здесь даже тысячи нет смысла нападать на него, вообще не вижу. Так, ну-ка здесь фигня полная. Да ну нафиг, что, ни одного что ли нету? Ага, во, 12 тысяч, ребята. Давайте-ка, давайте-ка по-быренькому, пока там на него кто-нибудь не напал и не ограбил. Добавляем магию. И будем заказывать следующую на изготовление. Так, все, будем в этот, в лед. Он нам здесь нужен. Так, ну что-то там у меня родной отхилился. Да, отхилился. Давайте возвращать. Так, и останется нам еще где-то 4000 добить. Но это уже будет другой совсем разговор. 4000 это, извините меня, не 20 и не 100.
127 тысяч мощей, да, разберем, я думаю. Так, понеслась у нас Махача. Ну, тут-то, понятное дело, запинаем. Так, готов огурец. И не хватает буквально совсем-совсем немножечко. Давайте-ка их на отличку. Пускай они немножко похилятся. Прогресс забираем. Оу, синий сундук, ребят, у нас. Что выпадает нам с него? Порадуй-ка. 3666. Такая цифра. Ну что же, нам буквально не хватает 1000 стали. Да какой 1000? 400 стали где-то взять, да и все. Так, и ты тоже иди сюда. У них все-таки часы на скорость стоят по изготовлению построек. Пускай там будут тусоваться. Ну что же, вы отхилились, мои родные. Возвращаемся в дом родной. И ищем с минимальным железом, где кто есть. Тут нету. Тут нету, к сожалению. А, во, можно сменить. Опачки. Просто фартануло, ребят. По-другому это не назвать. Да и враг, в принципе, не такой уж и мощный. Так, сейчас мы его разберем. Да-да-да, все тут идет хорошо. И все. Ух, цель моего задания сегодня выполнена. Ставим, естественно, постройку. Так. Все это забираем. Ну, где оно у меня? Слушай, а мне, разве мне тренировочная бойцов-то нужна? Эй-эй-эй-эй, не то, не то, не то, ребят. Какая нафиг тренировочная бойцов? Мне нужна казарма. Конечно же, казарма, да? 15 дней. 15 дней будет улучшаться. Египетский насос. А что делать? Придется ставить, ребят. Как ни крути. Мы же хотим иметь 6 персонажей. Хотим. Так что, ну, за счет, конечно, моих жителей, моих охранников, которые там стоят, мы сократили себе минус 4 дня. То есть 11 дней. Но все равно 10 дней ждать, это, конечно, перебор, однако ся. Так, ну и что у нас с яблоками? Засада полнейшая. Денег у нас мало, да, в принципе, они сейчас и не нужны, вы представляете, да? 11 дней у меня просто будет работяга занят. Давайте, наверное, с вами парочку орочьих отрядиков бомбанем. Ну, а почему бы нет? Как говорится, яблочки эти дотратим. Ну и сундучки получим. Ой... Орки мне после портала кажутся вообще просто сопляками. Даже не боюсь. Кого-то там что подобьют. Так, ну что же. Давайте глянем, что нам отсюда выпадет. Опачки. Довольно неплохо. Костюм плотника. Угу. Это же есть хорошо. Так, 500. А у нас? Ну, конечно же, одеваем зелененькую на 504. Так, а у тебя? Опачки, меняем, браток. Вот эту будешь носить теперь. Ну, в принципе, наверное, ребята, 432. И все. Больше мне нечего здесь сделать. Эти у меня тут будут стоять. Так, давайте еще, наверное, один отрядик. Да, как раз у нас на один бой осталось яблок. Сейчас мы их добьем. И глянем сундучок. И, пожалуй, все. Так, готовы огурцы. Ну, и этих тоже разбираем. Все, отлично. Главное, что мы с вами улучшили. Ну, не улучшили, а поставили на улучшение казармы. Это очень хорошо. Ну а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в новых сериях. Надеюсь, очень скоро.
Все, всем пока, ребята, и удачи вам.